Сегодня с самого раннего утра видные общественно-политические деятели страны, депутаты парламента, руководители компаний посещают аллею почетного захоронения, чтобы почтить память общенационального лидера Гейдара Алиева. Руководство и сотрудники государственной нефтяной компании Азербайджана «Сокар» посетили могилу архитектора современного независимого азербайджанского государства, создателя новой нефтяной стратегии, сыгравшей ключевую роль в развитии национальной экономики, всемирно известной политического деятеля Гейдара Алиева. К могиле общенационального лидера были возложены цветы.